А в Приэльбрусе начал работу межрегиональный лагерь «Клик-2012». Организован он Минобром КБР и Республиканским центром непрерывного профобразования при поддержке Центральной методической комиссии Всероссийской олимпиады школьников по информатике. В так называемой школе находятся около 100 ребят из разных уголков России и зарубежья. С юными надеждами математики и информационных технологий встретилась Фатима Магомедова. Город Салават, улица Салават Юлаева. Именно оттуда родом юный программист Вадим Салаватов. Хотя футболка школьнику явно не по размеру, он полноценный участник межрегионального лагеря «Клик-2012». Организаторы представить себе не могли, что мальчишка будет удивлять смекалкой и знаниями, решая задачи по высшей геометрии наряду со старшими товарищами. Вот профессор Нижегородского госуниверситета Владимир Лелюх сразу отметил для себя одаренного паренька. Среди детей, которые собраны в этой школе, я бы многих назвал резервом. Им по зубам высшая математика, программирование, геометрия. Самые одаренные в этой области набираются опыта для возможного участия в олимпиадах всероссийского уровня. Тренерский состав – профессоры ведущих вузов страны, доктора наук, члены жюри методической комиссии. В самом начале работы лагеря провели тестирование, определили уровень знаний ребят и разделили их на группы. Разработка индивидуальных заданий ведется с учетом возможностей школьника. Вам предстоит сейчас пообсуждать и найти все те треугольники, которые подобны А, Б, С. Готовить ребят к Олимпиаде будут все те же преподаватели на протяжении всего года. Решать задачи им предстоит позже на сайте. Туда же тренеры будут выкладывать свои рецензии. Нам, в общем-то, известно, какими свойствами должен обладать олимпиадник. Вот мы пытаемся это все воспитывать в них. Выносливость, интеллектуальную скорость, скорость мышечную, скорость мышления. Флеш-рисование – еще одна форма деятельности в области современных информационных технологий. Быстро логически мыслить удается учащейся второго лицея Нальчика Аминит Хамоковой. Блестяще прошла тестирование и была зачислена в группу сильнейших. Десятиминутку на отдых тратит с пользой для дела. Связать жизнь с экономикой, там тоже математика нужна. А любовь к математике прибила мама. В этом году попытка есть расширить школу. Призвали регионы прислать своих ребят, одаренных, ну, прежде всего, увлеченных информатикой. И приглашение сделали за рубежом в рамках СНГ. У группы из Баку, к примеру, ни секунды свободного времени. Впереди поездка в Италию, где будущим компьютерным гением предстоит сразиться за звание самого умного. И несмотря на то, что представлять они будут родной Азербайджан, готовят к международной олимпиаде их здесь, в Кабардино-Балкарии. Фатима Магомедова, Марат Татруков, Вести, Кабардино-Балкария.